Так, поехали в магазин Netto, купили синенький баклажан, рыбочку Дорадо, она получилась 751 грамм на 8,19, килограмм стоит 10,90. Ну, нам на двоих хватит. Помидорки купила для салатика, креветочки, люблю эти креветочки с магазина Netto, вкусные. Не замороженное, можно сразу кушать. И вот такой вот багет. У кого-то видела в Ютубе блогеров, что такой багет жарили на костре. Вот хочу тоже попробовать. Все, сейчас мариную дорадо и замариную синенький. Покажу, как я это делаю. Очень хороший рецепт, проверенный. Все, давайте мариновать. Помыла синенькие, разрезала их на две половинки. Дальше что делаю? Беру нож и вот так вот прорезаю прямо до этой стороны такими квадратиками. Сейчас так, покажу. Смотрите, я разрезала и прямо вот надо, чтобы глубоко было, доходило до этой стороны. Вот видите? Вот немножечко их вот так вот распрямила. И теперь любимые травушки и специи. Вот видите? У меня это будет все тот же укропчик, соль, естественно, базилик мы все очень любим. Потом вот такую приправку какую-то положу и обязательно чесночок. И все так же подсолнечным маслом заливаю, так хорошо, чтобы вот сюда все попало, вовнутрь. Можно, конечно, взять все в тарелке, смешать с подсолнечным маслом, а потом все залить. Ну, кому как нравится, или потом промазать. Ну, в общем, кому как нравится, я делаю так. Так, вот в таком вот виде рыбка. Ничего больше сюда добавлять не буду. Единственное, что я придумала, уже импровизация. Я порезала вот так вот лук и помидоры. Когда-то в детстве папа так делал рыбу на пару. Было очень-очень вкусно. Поэтому я вот это лук и помидоры положу вот сюда вот. И когда она будет жариться, сок будет стекать, вот это все пропитается, помидорчики тоже пропитают рыбку, лучок, и, в общем, все должно быть очень-очень вкусно. Все, буду делать. Так, баклажаны пошли, хлебчик пошел, так что скоро будет ужин. Кому-то кукушка кукукает, кукукает. Начинает игра на публику, а они, эти красные линии, существуют вообще? Нет, если они существуют... Значит, они, первое, это не мои какие-то фантазии, это факт. Это так значит история развивалась. Мы можем вести войну только в том случае, если она абсолютно поддержана там, минимум 80% населения Израиля, еврейского населения. Так у нас работает. Наши враги, россияне, это тоже не какая-то самая эффективная в мире армия. Это армия дегенератов, которые просто опираются на бесконечные ресурсы. Сырьевой, там, мужской, финансовый. Шелли, дай мячик. Дай мячик. Да что нет, дай мячик. Жадина.
Так, ну все. Мы все поделали. Подстригли кусты. Сняли крышу с качели, потому что приехали, ее ветром сорвало, оторвало, хорошо не поломало. Вот. Что я сделала? Я удобрила. В общем, удобрения положила под помидоры и огурцы. Открыла новую пачку удобрений. Думала, там что-то такое интересное, а там просто гранулы навоза. Ну, судя по запаху, я не знала, что удобрения – это гранулы навоза. Открытие для меня. Вот, и видите, такие белые пятнышки. Это я этим кефирчиком побрызгала, потому что болеет у меня. Вон помидоры. Вон маленькие огурчики навязались. Но у меня нету никакой химии, чтобы помидоры побрызгать. Поэтому это уже в следующий раз, когда эти цветы зацветут. Я все на них смотрю, они все никак не цветут и не цветут. Вот, собрала еще немного клубники. Этот, вон малинка тут уже скоро будет. Вот, ежевичка. Ежевичка попозже она, конечно. Ой, маленькая одна уже розовенькая, смотрите. Ить, отрывайся. Естественно, она не доспела. Я ее сорвала. Это моя картошка в горшках. Это смородинка черненькая. Со вкусом масла. Ну, такой маслянистый. Нарвала гороха детям. Тут тоже все подкормила. Побрызгала клубнику. Собрала. Горох собрала. Маленькие огурчики нарвала. У меня перчик цветет. Лук почему-то сохнет, не знаю. Приедем потом. В следующий раз я... Ой, не показываю. Я его на салат пущу, короче, поудерю его. Сохнет, непонятно, чего ему надо. Чего он сохнет. И уже тогда в следующий раз приеду уже... Доделаю свой цветник. Тут вот начала кусочек. Розочку в прошлый раз обрезала, потому что она что-то болеет у меня. Вот. И подвязали виноград. Это он во все стороны растет. Ну, там, видите, тоже кустики ровные. Подстригли. В общем, все. Едем в город, потому что уже надо уезжать. Все. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Поставили лайк, написали добрый комментарий. Всех люблю, целую. Все буду Украина. Пока-пока!